Война в Гарабахе может начаться в любой день августа и сентября, написал на своей странице в Facebook координатор Нагорно-Карабахского комитета Хельсинкской инициативы 92 Карен Агамджанян. Все, что происходит вдоль границы с Гарабахом и Арменией со стороны Азербайджана, это подготовка к началу крупномасштабных военных действий, которые непременно могут начаться уже в августе или в сентябре, утверждает Агамджанян. Очевидно, что у Азербайджана были намерения начать войну в период чемпионата мира по футболу, или сразу же после. Но авария на Мингичаурской гидроэлектростанции и события в Гиндже несколько отбросили на поздний срок намерения Азербайджана, Турции и их союзников-покровителей реализовать военным путем решение карабахской проблемы. Сегодня военное решение не утратило своей актуальности, тем более что некоторым в кавычках дружественным странам захотелось бы наказать таким образом и новые власти Армении за намерение последовательно имплементировать декларированные цели в жизнь. Итак, налицо явная подготовка к началу боевых действий, выражает свое опасение Агамджанян. Не забудь подписаться на канал.